сьогодні ранок сюрпризів в студії «Тепер я», Марія Савицька, і зараз я хочу представити гостей нашого сьогоднішнього ранку. Це дійсно сюрприз для мене особисто і для всіх миколаївців. У нас в студії один з найвідоміших рок-вокалістів світу – це Майкл Віскера, і один з найвідоміших музикантів світу – Іван Білоусов. Доброго ранку, раді вітати вас в нашій студії. Власне, завтра відбудеться концерт, в якому ви братиме участь, хедлайнер, так це правильно називається. Іван, як вдалося залучити таку зірку на миколаївську сцену? Ну, скажімо так, я сразу оговорюся, не ми і хедлайнер, а хедлайнер. Хедлайнер і ви. Тобто, в даний момент, вже півтора року, ми є членами колективу «Майк Віскера Проджект». То есть и то, что называлось раньше группа «Бестия», по сути, это сейчас «Майк Віскера Проджект». Я просто, я даже не знаю, я потеряла дар речи, это настолько круто. Как правило, да, вот музыканты, которые играют подобную музыку, вот как вы играете, да, ну, давайте будем честными, на украинской сцене очень редко пробиваются так, чтобы получить мировое имя. У вас это получилось, и как получилось так, что вы стали одной командой? Ну, наверное, это потому что Майк предложил, а мы что, наше дело играть. Хорошо, тогда вопрос к Майку. Как вы узнали о таких ребятах и как получилось, что вы сейчас играете вместе? Перевести ему, да? Ну, конечно. How did you find out about us and how did it happen that right now we're playing together? Through the internet and through Tim Owens, mutual friend that he plays with. Also. Через интернет он ну, увидел, что раньше я играл с Тимом Рипером, мы ездили в тур, и ну, мы начали общаться через интернет. То есть интернет сейчас... Такой, як це українською, потужний ресурс. Да. И концерт, который завтра состоится, ну, если вы играете в одной команде, должна быть какая-то, ну, репетиционная база, должны, вы как-то должны сыгрываться. Как происходит этот процесс, учитывая, что вы здесь, Майк не в Украине? Ну, я скажу. Ну, наверное. Майк, ну, можно сказать, что Майк – это человек, которому вообще не надо репетировать. То есть у нас была вчера репетиция, и, ну, этот человек все знает, все поет, он на сцене там практически 40 лет. То есть какие к нему могут быть и вопросы. То есть все остальное, что от нас требовалось, это подготовить материал, который он будет петь. И, собственно, вчера мы сделали одну репетицию, и сегодня Майк говорит, сегодня мы репетировать не будем, потому что все нормально. Как бы нам сейчас нужно сделать то-то-то-то-то. То есть он признает ваш высокий уровень? Ну, не знаю, наверное. Хорошо, раз уж мы говорим, что у нас в студии один из самых крутых рок-вокалистов, я предлагаю посмотреть небольшую часть клипа, и мы продолжим. Терзаем вопросами Майкла. Скажите, пожалуйста, были ли вы раньше в Украине? Приходилось ли вам выступать на украинской сцене? It's my first time. First time in the Ukraine. Первый раз в Украине. Yeah. То есть концерт, который состоится завтра, это будет первый концерт в Украине, и вы впервые будете выступать для украинской публики. So it's gonna be very first show you here in Ukraine. First time.
У вас, ну, насколько я понимаю, вы приехали сюда пару дней назад, у вас была возможность посмотреть город, может быть, как-то мельком, но, тем не менее, впечатление о нашем городе, впечатление о тех людях, с которыми вам придется выступать. Haven't seen too much, seen a few things. Just been busy, rehearsal and getting ready for the show. Ну, ему очень понравилось, потому что, ну, мы общались тут с людьми, и, в общем, все нравится, ему нравится здесь выступать. Ну, не так много видел, но все, что видел, все понравилось. У нас заняты были график и репетиции, там, и вчера интервью были и так далее. В общем... Если вот поговорим о репетициях, да, материал, с которым вы завтра выйдете на сцену, как вы считаете, насколько он интересен николаевцам и, в принципе, о чем он? Is it interesting? About what do you think? Interesting? Is this material we're gonna play tomorrow? Is it interesting for people? Oh yeah, it should be for any fan of my music or the type of music we play. It'll be great. Должно быть интересно для всех фанатов такой именно музыки. Ну, выбрали очень программу, очень интересную, хиты, там, боевики такие. А какая это музыка? То есть, ну, специалист, тот, кто разбирается, да, в рок-музыке, он поймет, о чем, о какой музыке мы говорим. Для тех, кто не понимает, что это за музыка и what, почему what вот она именно такая. People who listen to this music, they know, but who not. What kind of music is this? Oh, it's, I guess you would call it heavy metal, it's hard rock. But it's hard to explain. Melodic rock. If you like good music, то есть это можно называть и heavy metal, и hard rock, и мелодическая музыка. Я скажу больше, я сюда дополню Майка. Люди, с которыми мне пришлось общаться последнее время, когда мы решили здесь делать концерты, ну, спрашивали, что это будет. Я говорю, ну, это будет один из лучших рок-вокалистов. Ну, это непонятно. И я просто брал и скидывал несколько песен из разных его альбомов, которые песни кардинально отличаются. Здесь баллада, здесь очень такая напористая металлическая песня. То есть, и каждый, кому я скидывал, они находили в этом что-то. О, так это классно. Круто! То есть, я скажу больше, моя теща сказала, о, так это мне нравится! То есть, вот как бы люди совершенно разных возрастов. Мы делали презентацию 2 недели назад новой песни Майка Вискеры «Lord of Bums», которую мы будем завтра тоже играть. Мы недавно записали эту песню. И к нам на шоу туда пришел мужчина, он сказал, ему 65 лет, и он слушает только такую музыку, он уже взял билет на Майка Вискеры, он хочет попасть на это шоу, на презентацию. То есть вот такие люди приходят даже. А по какому принципу подбирался материал для завтрашнего концерта? Что это за песни, и будет ли вот кроме этой одной песни еще что-то новое? Вот сыгранное исключительно вот между... What kind of material we're gonna play tomorrow? So, what we pick? Yeah, it's gonna be... Well, from the video you saw, that's live at Budokan with Yngwie. We're gonna be doing a lot of material from that period of my career. Только что мы смотрели видео, это один из известных периодов его творчества с Yngwie Malmsteen. Будет много из этого материала, то есть боевики очень хорошие. Собственно, эта песня тоже будет. Если мы говорим о вашем совместном творчестве, можно ли ожидать какие-то клипы, снятые вот действительно на высоком профессиональном уровне, чтобы это не, там, не концертные варианты были? И о концертной деятельности здесь, в Украине, будет единственный концерт в Николаеве, или вы поедете дальше еще по каким-то городам? Talking about your music right now, we can... to see any new videos, professional videos and new songs, and is it gonna be just one show or gonna be more, and what's your plan? Yeah, there'll be more shows, definitely, and we're gonna be there'll be some videos coming soon as well. We're working on a few things now, but definitely more shows. We're talking about possibly next fall. Сейчас мы сделаем шоу в Николаеве, в Одессе. Ну, осенью собираемся сделать еще. И... Здесь же в Украине. Здесь же в Украине, да. Ну, сейчас идут переговоры с промоутерами, то есть организаторами. Видео, да, видео, конечно, будет. Буквально как
Сегодня мы собираемся отснять кое-какой материал. То есть у нас за вот эти несколько дней очень насыщенный график программа. Здесь. То есть почему? Потому что у нас здесь есть база. Ну, ты, Маш, знаешь Женю Минакова, который в нашей группе бас-гитарист, он также работает на телевидении. То есть у нас есть возможность здесь отсняться. То есть это намного проще сделать здесь, чем, допустим, в Штатах или в Европе. Хорошо. И, насколько я понимаю, Майкл такой достаточно легкий на подъем. You так вот вы easy его, to go, вы его... right? Hmm? You some kind of easy to go person. Yes. Общительный. Yeah, I'm easy. Yeah. Yeah, easy going. Yeah. Хорошо. Значит, завтра концерт. Я думаю, вот у нас буквально пару минут осталось. Может быть, пару слов, собственно, об этом концерте. Где он будет проходить, во сколько. Наверное, пригласите своих слушателей на концерт. Я думаю, что для Николая, в общем-то, событие такое неординарное, потому что звезды такого уровня для нашего города – это, ну, скажем, сильная редкость. Ну, да, я дополню, что, в принципе, Майк один из десятки лучших вокалистов современности на сегодняшний момент, то есть рок-вокалистов, то есть если мы их можем... Голос вот, называют уникальным, насколько уникальный я... голос, он отличается от всех тех вокалистов, которые есть в этой десятке, потому что у Майка голос очень высокий. Он берет очень высокие ноты, при том, что, ну, ему не 20 лет уже, да? Ну, мы вчера с ним репетировали, и я скажу, это, конечно, удивительный опыт репетиции с таким человеком, такого уровня, вокалистом. Легко ли репетировать? Очень легко. То есть настолько, что, ну, вот когда мы репетируем сами, да, мы готовились, то есть, ну, у нас там есть свои, то есть, нюансы, как мы что, зачем следим, что у нас как должно быть. Вчера мы просто сыграли это вот так вот, и все. Класс. Вот, Иван, у нас буквально вот несколько секунд буквально осталось, пожалуйста, давайте пригласим на концерт. Значит, шоу состоится завтра, 14 апреля, в концерт-холле «Юность», 19 часов. Перед концертом соберутся мои друзья-байкеры, то есть можно будет посмотреть красивые мотоциклы. У нас, кстати, да, у нас очень много мотоциклов в Николаеве, если вы знаете, я думаю, больше, наверное, 350, может, даже 500 мотоциклов. Мотоциклистов очень много. То есть и много будет мотоциклистов, и, кстати, очень хорошие люди все. У меня, вот я когда сам стал ездить здесь на мотоцикле, очень много друзей, да. Поэтому Майк Вискьера, один из самых-самых лучших вокалистов современности, мой один из самых-самых... любимых вокалистов лично, мы вас приглашаем на это шоу завтра.